Родители Подмосковья смогут оценить качество питания в столовых образовательных учреждений. Сделать это можно будет как лично посетив школу, так и с помощью портала «Добродел». Как рассказала министр образования региона Ирина Коклюгина, доля жалоб на питание небольшая, около 1%. Но у родителей нет возможности проверить качество еды. Они делают выводы, основываясь на словах детей. Чтобы получить максимально объективную оценку работы школьных столовых, в Московской области будет запущен родительский контроль.